кручу, потому что этот фильм, он в реальном времени, и в реальном времени это достаточно долго происходит, значит, сейчас. Вот здесь собирается такой комплекс из белков, которые помогают считывать ДНК и РНК. Вот он запустился. Теперь по ДНК едет белок, и с нее считывает РНК. Вот это желтенький, это РНК. Из отдельных нуклеотидов собирает РНК. В растворе плавают отдельные нуклеотиды, а этот белок делает цепочку из них. РНК-овую цепочку. Сейчас она дочитает до конца этот ген. Дальше, опять же, не буду ждать, пока она дочитает. Потом, когда она считывает РНК, вот, это РНК выходит из ядра в цитоплазму, и с РНК, показано, как она из ядра в цитоплазму выходит. И на нее садится рибосома. И начинают с нее считывать белок. Это одна половинка рибосомы, это вторая половинка. Вот она сквозь себя эту РНК протаскивает. И как рибосома считывает с РНК белок, это отдельный сложный процесс. Туда вот специальные такие маленькие молекулы ТРНК приносят туда аминокислоты. Вот сейчас тут она показывает. К каждой этой зелененькой молекулы присоединена одна аминокислота. Они приносят аминокислоты к рибосоме. Вот этот красненький на конце у нее – это разные аминокислоты. Вот, видите, вот она показывает. Вот этот красненький – это аминокислоты, которые приносят, значит, зелененькие, так называемые, ТРНК. А рибосома остается, соответственно, поставить эти аминокислоты в правильном порядке и соединить их. Они сюда приносят аминокислоты, а рибосомы их, видите, соединяют в такую длинную цепочку. Вон красненькая там идет цепочка. Это примерно то, как это бы выглядело, как бы вы это видели, если бы можно было на молекулы посмотреть очень сильный микроскоп. То есть тут все смоделировано очень точно. Они приносят все новые аминокислоты и вот постепенно вылезают. Новосинтезированная молекула белка из рибосома. Вот. Это постепенно возникающий белок. Сейчас она дойдет до конца РНК, значит, соответственно, белок кончится.